Если на выходе сделаем дорожку этой длины машин, потом мы можем еще раз сломать. Лена, он у тебя одну идею спер. Оказывается, это слово. Сколько работает? Ну это вот у меня тоже есть. Вот это у тебя тоже есть. Точнее, у тебя этого даже больше, чем здесь. Этого чего? Ну ты на меня в одну камеру навел. А. У тебя есть. Yeah, да точно. Только в меньшем масштабе. И у него тоже плесень растет. Это, конечно, невероятно. Пока я из своего трейлера такое сделаю. Отойди на два шага назад. Спасибо. Вот какая штучня. Ну смотри, у тебя уже есть несколько вещей, которые здесь. У тебя есть синие бутылки, у тебя есть вот эти штуки от проводов. И у тебя есть плесень. Самое главное. Я их не просто так фотографирую. Хотя не факт, что получился хороший кадр. Ну что? Это то, что, в принципе, вот надо мне сделать. Ну, типа как. И видишь, тоже синие бутылки. Подожди, это разрезанные бомбол, да, что ли? Блин, ну сколько, на самом деле, подумаешь, сколько работы и сколько денег, чтобы это сделать. Ты понимаешь, что надо вложить? Гарни пошли посмотрим. Вот эта штучка мне очень нравится. Чуть-чуть на то же.
резать металл. Мы металл резать умеем? Или нет? Нет. А ты фотографии делаешь или только видео? Видео. Ты же заметил, как ты делаешь, или ты настолько поглощен артом, что не замечаешь дело? Ты знаешь, да. Со мной иногда такое приключается. Это значит, что арт очень крутой. И он как бы затмил. А девушка была, девушка была такая замечательная. Даже я заметила. А вон и Диснейленд. Зайдем в Диснейленд. Да. Мы не успели грибы пересадить. Или мы успеем это сегодня сделать? Видно, если 8 часов в сутки, как полтанжа. Вот вам и меню. Кстати, обалденное меню. Даже гидрант у него есть. Не, замечаю элементы трешняка, который неизбежно пытается поглотить всех нас. Нет, да нет, не понимаешь, он из всех этих кусков что-то сделает. Причем не как вы, а он реально... Спасибо, дорогая. Не как я, реально. Я это уже понял. Вот это прикол. Вот это прикол снял. Сейчас, секундочку. И вон чаем сделано, если непонятно от чего. А, понятно с чего. Теперь ты понимаешь, почему нужно копить все. Вау, сколько всего. Пошли в кот реван. Скажи это еще раз, пожалуйста. Просто все идеи у тебя своровлены, только доведены до ума. Спасибо, это уже практически признание. Вот, например, очередная. Это же у тебя сворта. Конечно. В смысле, хуи? Ну да, у тебя же тоже тема хуев, подумай. У меня только хотя один. Нет, товарищ с большим длинным хуем в туалете. А, ну... Это второй. Где-то еще один, по-моему, был. Товарищ. Ну это не мой, это мне привезли. У тебя теперь есть это, еще и срущая голова. Тут жарко. Ну а тут действительно, тут несколько художников. Вот кто-то керамику делает, может даже несколько человек. Вот там сидит девушка, украшение делает.
Вон там прикольно, на крыше. Вот это у тебя тоже есть. А вон там реально трэш. Но это не трашен арт. Ну потому что он не рашен. Все остальное на месте. А ты умеешь прочесть, что здесь написано? А это, извините, не арабский, не как это, знаешь, что санскрит, что ли? Я не знаю, что понять, как санскрит выглядит. Как этого товарища зовут? Нам Кокопелли. Кокопелли. Смотри, ну видишь, всем нравятся вот эти вот и, подожди, и как, изоляторы. И как называлась эта трайб, которая его, которая читает, что вот это вот психопелия происходит. Ну, ты помнишь, что она рассказывала, да? Эта тетенька на Инстаграме. Блин, это сколько наград надо заработать сначала, чтобы тебе так из них сделать такое. Или он их коллекционирует. А это им, наверное, наилучшее применение. Ноги она отломала. Еще. А на тур надо было билетики брать? Ну, видимо... Они ограничивают количество людей, может. Товарищи монетки, а тут есть и не американские. Оставим, товарищи, что-нибудь? Оставляй. Так у меня, боюсь, что нет монетки. А у меня монетки тоже нет. А какая-то фиговина в кармане, завалявшаяся. Вот хорошо в иудаизме, надо просто класть камушек, который находит где-нибудь рядом на земле. У меня есть старый ключ от фигни, который уже никуда не прилагается. Ну что, мы находимся в лунопарке. Я сюда хотел попасть уже год или полтора, с тех пор, как про это место узнал. И вот, наконец, мы здесь. Ну, конечно, до посещения
Луна-парка, я думал про себя, что я ленд-артист, но, наверное, после мне уже придется пересмотреть это мнение о себе, потому что здесь, конечно, товарищ создал просто что-то невероятное. Дом мы еще, кстати, не посмотрели, но я уже вижу, что просто очень круто, очень много всего, и вижу, конечно, некоторые вещи, которые нас с ним объединяют. То есть элементы трашен-арта, периодически нагромождение мусора по углам, из которых впоследствии явно будут созданы какие-то работы. Теперь я понимаю, что от мусора нельзя избавляться, как я избавляюсь. Вот, надо все копить. Вот. Ну и, конечно, в общем, будем продолжать тур дальше. Я очень сильно впечатлен. Так не был впечатлен даже, вот, даже у Алекса Грея самого. И такого нет. Еще есть беседка. А вот Дина. И мы сразу же нашли что-то общее. Потому что она сразу обратила внимание, что насколько он крутой художник, но у него все равно есть плесень. И нужно спросить, выискать, где его girlfriend, и спросить, познакомить вас и спросить, а что и как вы относитесь к плесени вашего мужа? Или... Лучше не выяснять, а то окажется, что у нее есть какой-то хороший подход, и тебе потом придется за этот хороший подход от меня терпеть. Тут твой кофе фан по идее реально вставился. Мы мейлинг лист подписывать будем? Надо. А вот это действительно красивая очень штука. Вот это. А тут дом можно и до дома обойти, чтобы внимательно все посмотреть. На туре будет много народу. Пойдем туда. Да, сейчас пойдем. Там бутылочки написаны. Кусочки битого стекла. Что там написано? Что-то написано. И он ее сделал частью темы. Прочти текст. Угу. Соответственно, плесень здесь уместна. Вот, например, что можно с плесенью делать. А, в принципе, сам круг можно и потом приложить. Я имею в виду, что там тонкий слой бетона, к которому они приклеены. Пускай я приеду домой. Надо трейлер раскрасить. Для начала просто раскрасить. Так я... А, я это не говорила. Я это думала, но не говорила. Но помнишь про детей, которые повторяют то, что они видят? Здесь... Причем это действующая машина. Конечно, здесь вообще. Сзади обходим? Похоже на твою. Только расписать надо. Похоже на мою предыдущую, потому что это все-таки постарше моя сейчас. Кэмри? Да. Хватит уже, кадров достаточно. Все равно с ними ничего делать не будет. Заверен, что кадров это не будет, но это не будет. Вот вам это не трюки, но мог. А ты
сами тур дома сделаем, пока там меньше народу, чем будет через полчаса. Вот это кайф. Сколько у него этих license plate, он просто все коллекционирует. Так, это. То есть это члены разных животных? Это кости из членов разных животных. Это мечта любого мужчины. Членовая кость. Мечта любого мужчины. Чтобы кость была? Чтобы оно всегда стояло? Да. С ней же ходить будет неудобно. Пупающий член называется один из пальцев. Мне что-то этот момент в одной из книг был запомнился. Думаешь, и зал здесь. А,
ресторане тараканы играют в этот полый. Тараканы в каком-то магазинчике, что ли? Тараканы обедают. Ужас какой. Ну вот, а теперь понимаешь, что мы с точки зрения каких-нибудь других больших существ всего лишь навсего какие-то тараканчики. Ну, инопланетяне, наверное, так думают. Смотри, как красиво. Тоже хорошо. Вот наверх пойти нельзя. О, у меня вот такая пачка осталась. Кредитов, да. Да, и всяких прочих там подобных карточек. Извините, надо что-то сделать. Что не обязательно знать. Можно Это у нас кто? Чем-то похоже на ситару, но что-то совсем другое. Еще эти диагональные струны тоже. Блин, что это за инструмент? Что это такое? Что вот это? Я очередной член. Вместе пускаемся. Угу. Векс, хорошо, точно. Деньги. Индийские, что ли? Well, you got to look at on the website to see what he wants, because he wants specific things for projects. Like right now, we're still doing milk taps. We're doing a lot of jar lids, and I'll talk about that in the little speech that I give. The jar lids are for a specific project. Вот как он. Я так и думала, вот я все начала задумываться, потому что эти коллекции собираются через. Depends on what it is that you have to talk to him personally about. Because that stuff, it depends on what he's looking for. You know, I half the time I never know what he's looking for. So, but when it comes to the stuff for the project, that's on the website. That's on the website. Okay. Are you a full-time resident there? I live next door. Потому что они реально следят за количеством людей. Вот вам еще один прикольный член. А то их тут действительно много. Ну и свой собственный, соответственно. Ну вот этот. Does she mean this thing in the basement, or there's something lower? Dirty old men left him. What? Sex is cute. I think it's interesting not to be charged.
Ну да, настолько хорошо. По представлению, вот твои пристройки. Да. Вот это круто. Сколько же, вот смотри, это ты стремишься к этому. Только оно все чистое, не приснило. He's a teenager, Yeah, I had to take a lot of Ну все тоже, у меня коллекция шапочек просто у кровати лежит. Это наоборот, это все очень правильно, в умеренных, естественных количествах, а у него перебор. Видишь? Просто у него дом больше, поэтому есть место, куда хлам складывать. Он пристройки построил? Мы построим. Точнее, нам не нужно, у нас минимализм. Вот эти штучки. Простой сенсор любого. Вот это прикольно, это мадрум. Да, это внутренняя половина той, где... Вот это очень прикольно. А там что? Я не хочу, чтобы видели, как мне. Можно все, 35 сантиметров. Можно идти. Потому что они через 15 минут новую группу запустят. О, блин, это же много денег. Наверное. 1 рубль. Какой древности? Уже СССР. Ну, смотри, это еще до того. Ты знаешь, что у меня есть прикольный тоже момент истории. Деньги. Подожди, это прикольный момент истории. Этот рубль. Да, я знаю. Старый советский рубль. Подожди, этот рубль, он до того, как советы делали, что мы все русские, мы все идем. Потому что тут на разных языках. Или это для республики? Гагарин. Ты видишь глобусы? Ты все время говоришь, что глобусов как-то много. Не-не-не-не, я не говорила, что глобусов много. Я говорила, что глобус это круто. Мне было обидно, я еще отдала один обалденный глобус, который был самый лучший из всех твоих. Thank you.
Только весил лет 10 назад. Два года назад весил 90 с чем-то. Конечно, для меня то, что я набираю вес, это в принципе хорошо. Но, по-моему, пора остановиться. Я тоже. О, мы с тобой можем вместе в музей ездить, значит. Даже. Oh, you know what?